Is this any different from the voice from the man in the chair? Является ли это отличным от голоса человека в кресле? And there will be many who say no, it's the same. Многие скажут нет, это одинаково. Has there been any profound switch from him to some other entity? Был ли здесь какой-то глубокий переход от него к какой-то великой личности, сущности? There will be those who say no. Многие скажут нет. And there's always those in the group who will say it is the man pretending. Can't you see? И, конечно же, всегда в группе будет тот, кто скажет: этот человек притворяется. Неужели вы не видите это? He's just sitting in the chair saying more things. Он просто сидит в кресле и говорит разные вещи. That's all it is. Вот и все, что здесь. And how would you know? А как вы знаете? And so, old soul, we come into this place. Ну что ж, старая душа, мы пришли к этому месту. With an invitation. С приглашением. Science says that you are multidimensional. Наука говорит, что вы межпространственны. That the heart of every single atom in your body. Что атом каждого атома в вашем теле. Has quantum attributes. Каждой клеточки в вашем теле имеет квантовые характеристики. But the intellect of the human brain is three-dimensional. Но интеллект человеческого мозга, он трехмерен. And so as it decides to judge what is in front of you, и когда он решит осудить то, что перед ним, it only uses the things from the experience it has. Он пользуется вещами только лишь основываясь на те опыты, которые у него были. It cannot use things it does not know to make judgment. Он не может пользоваться теми вещами, которые он не знает, для принятия осуждения, для принятия решения. Therefore, the box of the intellect. И поэтому ограничения интеллекта seems to be complete. Кажутся завершенными. And it shuts tight. И он плотно закрывается. And says this cannot be happening. И говорит, этого не может происходить. It's simply the man in the chair. Это просто человек в кресле. Let me ask you, intellectual. Позвольте меня спросить вас интеллектуально. How did that intellect work for you when you fell in love? Как этот интеллект помогает вам, когда вы влюблены? Or perhaps when you looked at your child for the first time. Или когда вы посмотрели на своего ребенка впервые. Or perhaps in death of a loved one. Или, возможно, при смерти любимого. How did your intellect serve you there? Как он помог вам? Did you figure it Ваш all интеллект? Out? Помог он вам справиться с этим? Or did your heart grab you in a certain way? Или ваше сердце схватило вас определенным образом? And present an entire different spectrum of emotion. И показало вам абсолютно новый спектр эмоций. Perhaps you had joy you could not figure out. Возможно, у вас была радость, которую вы не могли понять. Perhaps you had peace you couldn't figure out. А возможно, вы имели умиротворение, которое вы не могли понять. Perhaps there are energies right here in the room that are bigger than you think. Есть энергии здесь, в комнате, которые больше, чем вы думаете. If your atomic structure is multidimensional. И если ваша анатомическая структура межпространственна, so is your soul. То также и ваша душа. And so we ask you in и вот these moments, мы спрашиваем вас в эти мгновения, to consider this could be real. Чтобы вы могли предположить, что это может быть реальным. Could this be the voice from the other side of the veil? Может ли это быть голосом с той стороны завесы, in love with humanity, который влюблен в человечество? Helping it to know what is going on. И помогает ему знать, что происходит. Never asking it to do inappropriate things. И никогда не попросит его сделать что-то неуместное. Always joyful in the presence of humans. Всегда радостный в присутствии человека. Go back with me. Давайте вернемся назад со мной. Picture who is your favorite master on the planet. Сейчас вообразите себе вашего любимого мастера, который был на планете. Dead or alive or ascended, who is your favorite? Он может быть мертвым, может быть живой, он может быть вознесенный, любой. Кто это? And when you stand next to that master, и когда вы встанете рядом с этим мастером, are you afraid? Вы боитесь? No. Нет. You're as safe as you've ever been. Вы
полной безопасности, насколько это возможно. The master emulates the love of God. Мастер, он показывает любовь Бога. And that is what is happening from this chair to you. И это именно то, что происходит в этом кресле. There is no judgment. Здесь нет осуждения. The one who would fold his arms and say, "This is nonsense." Который скрутил свои руки и сказал, здесь нету смысла, and laugh out loud, и смеялся над этим громко, выйдет из этой комнаты с таким же количеством ангельских сущностей, как и целитель. No judgment for what you think. Здесь нет осуждения относительно того, что вы думаете. Old soul. Старая душа. For all of you have a piece of the Creator inside. Потому что каждый из вас имеет частичку Творца внутри. In a bigger way than you ever thought. Большим образом, чем вы можете себе представить. And there are those who wish to tell you differently. И тем не менее есть те, кто хочет вам сказать, что это иначе. They say you don't belong here. Они могут сказать вам, что вы не принадлежите к этому месту. That perhaps you're even born dirty. Или возможно, что вы рождены в грехе. That perhaps you might have to suffer a little. И что возможно, вам нужно пострадать еще немножко. I'll tell you, human being, they have an agenda. Я скажу вам, человеческое существо. They have an agenda. У них есть свои определенные цели. And it is not to understand the love of God. И они не являются пониманием Бога. Но ведь это же не так между вами и вашими детьми, и это не так между вами и Богом. Я хочу, чтобы вы прочувствовали это. Может ли это быть настоящим? Right before I exit for now, и прежде чем я уйду сейчас, I have a request. У меня есть просьба. You have given of your time and your resources to be here for 2 days. Вы вложили свои средства и время, чтобы быть здесь ближайшие 2 дня. And you can sit there and doubt and be uncomfortable all the time. Вы можете сидеть, сомневаться и чувствовать дискомфорт все время. Or. Или. You might consider just for these 2 days opening your heart. На эти ближайшие 2 дня. Вы, может быть, подумаете о том, как открыть ваше сердце. And listening to those presenting. И послушать тех, кто выступает перед вами. There will be maximum esoteric information. Здесь будет максимальная эзотерическая информация. Some you may not understand, some you may not agree with. Некоторую вы не поймете, с некоторой вы не согласитесь. You open your heart. Но откройте свое сердце. Not the intellect. Не интеллект. And weigh it all. И взвесьте все это. Is there an agenda here from those on the stage to you? Какую цель преследуют люди, стоящие перед вами на сцене? The answer is yes. И ответ да. And the agenda of those on the stage to you is to send you light. Людей, присутствующих на сцене, послать вам свет. To plant seeds that you might open that which is your heart. Посадить семена для того, чтобы вы открыли ваше сердце. And see things you didn't think were. И увидели вещи, которые вы не видели раньше. And if you do. И если вы сделаете это, you'll never be the same. Вы никогда более не будете таким же. So, doubter. Поэтому, сомневающийся, what have you got to lose to open your heart? Что ты потеряешь, если ты откроешь свое сердце? For 2 days. На 2 дня. And at the end of the last meeting. И в конце последней встречи. You can close it right up again. Вы можете закрыть его снова. Attach those locks again. Опять закрыть замки. And walk out unconvinced. И уйти отсюда неубежденным. And the hand of God will walk out with you. И вы выйдете также в руках Бога, always there, always ready, который всегда там, всегда готов. In case you would change your mind. На случай, если вы передумаете. This is the patience of the love of God. Вот это и есть терпение любви Бога. This evening I'm going to give you information which you may not understand. Сегодня вечером я поделюсь с вами информацию, которую, возможно, вы не поймете. It's time for old souls to see the perception. That have been and the perceptions that are. Пришло время для того, чтобы старая душа увидела разницу в восприятии того, что было и того, что есть. To drop some of the old energy perceptions about you and God. И чтобы они опустили старое восприятие относительно Бога и самого себя. Get on with an 18-year program of planting seeds of peace on earth.
и взяли на себя 18-летнюю программу посадки семян на земле. You'll see. Вы увидите. I'm crayon. Я крайон. In love with humanity. В любви с человечеством. Honoring of all. Почитая все. I sit at your feet. Я сижу у ваших ног. With information. С информацией. That's all. Вот и все. And so it is. И это действительно так. У нас сейчас 30-минутный перерывчик.